Несостоявшаяся заправка у 41-й школы по-прежнему на месте. Правда, не так давно забор строения от сильного ветра упал, открыв доступ детей к наполненному водой котловану. 2 месяца назад представители городской администрации заверили нашу съемочную группу, что застройщик демонтирует сооружение, как только сойдет снег. Но с тех пор подвижек к этому не было. Ждать обещанного 3 года местные жители привыкли. Вот только за это время на аварийной заправке может произойти трагедия. А в нашей стране лишь непоправимое толкает чиновников к действиям.